Обычно новогоднему десерту посвящается наименьшее количество времени. У меня десерт, как раз такой, Дед Мороз на Новый год, вернее, целая армия Дедов Морозов, готовится из клубники и сливок. Десерт Дед Мороз на Новый год можно приготовить заранее, завернуть пленкой и поставить на балкон или в холодильник, если место будет. А можно приготовить и непосредственно перед подачей, главное, найти хорошую и большую клубнику. Итак, как приготовить десерт Дед Мороз на Новый год? В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Вот что нам понадобится. Клубника, ягоды, 20 штук. Взбитые сливки или сливочный сыр, 100 мл. Сахарная пудра, 1-2 столовые ложек, можно не добавлять. Количество порций, 8-10. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Еще увидимся.